добрейшего, ну прям добрейшего всем утра. В эфире утреннее шоу «Апельсины». Мы продолжаем не только будить вас, но и поднимать новогоднее настроение. У-ху! Мне вот интересно, а установили у жителей и зрителей елку у себя дома? Вот я уже установил. Да? Да. И каждый день любуюсь ей, все дальше погружаюсь в новогоднее настроение. А если вы еще не успели нарядить праздничное деревце или настроение никак не приходит, то испробуем другой способ. Какой? Вкусное какао или горячий шоколад. Кстати, это не только для настроения, но и для здоровья. Подробности у наших коллег в следующем сюжете. Здравствуйте! В нашем кафе «Виктор» есть невероятно вкусный молочный напиток «Какао с маршмеллоу», который покорит сердца и взрослых, и детей. Каждая чашка приготовлена с любовью и мастерством. Давайте приготовим вместе. Для этого нам понадобится молоко, горячий шоколад и маршмеллоу. Берем пинчер. Заливаем туда молоко, далее высыпаем горячий шоколад. Сейчас мы будем взбивать это капучинатором. Сейчас мы все это будем заливать в чашку. Далее засыпаем маршмеллоу. Напиток, который обязательно согреет вас этой зимой, готов.